Звать как? Старший сержант Калашников. Напишите, что я гонен. Товарищ капитан. Уходи, сержант. Война еще не окончена. Армии нужен пулемет. Это правда, что ты нигде не учился? Ну какой из себя изобретатель? Слыхали, что ты автомат вроде делает? Да, но Павел Андреевич сказал, что... Андреевич за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Люда просил помочь вам с чертежами. Я вас сегодня провожу. Товарищ генерал, у него талант. Да слышали? По итогу что? По итогу деревенский парень без образования на равных конкурирует с лучшими конструкторами страны. Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост?